Любая ситуация, связанная с любым терактом, нас обязывает вспоминать всех участников любых терактов, которые, в принципе, происходят на Земле. Очень многие присылают всякие паблики, публикуют всякую информацию на сайтах, именно новостные, что вот, ожидаются теракты там-то, там-то, все равно быть как-то осторожнее. Я думаю, что это, конечно, может быть реально, но может быть, конечно, и это специальное дело, чтобы провоцировать как-то, чтобы запугать людей.